Гиревой спорт, как способ демонстрации физической силы и удали, зародился в России. Именно из этой великой державы приехал в Брест многократный рекордсмен Анатолий Ежов в рамках программы популяризации гиревого спорта и физкультуры в среде белорусской молодежи. Видя вот такой прекрасный пример, да, доктор наук и рекордсмен по жиму гирь. Это, мне кажется, самый лучший аргумент в пользу того, что здоровый образ жизни – это то, что надо современному человеку. А учитывая возраст Анатолия Николаевича, вот действительно в таком возрасте ему удается быть на самой вершине вот этой спортивной славы, спортивных результатов. Биография российского спортсмена и ученого Анатолия Ежова насыщена запредельно, как и список его достижений. Докторская степень в области экономических наук, возглавление Архангельского института управления, около 800 мировых рекордов в гиревом спорте на самых экстремальных точках планеты и даже рекорд Гиннесса. В Брест знаменитый силач приехал, чтобы осуществить целый комплекс задач. Я здесь присутствую как бы в трех качествах. В качестве руководителя российско-итальянского международного института управления, который готовит экономистов, юристов. И мы сегодня будем подписывать договор о сотрудничестве в области науки, образования и спорта с Брестским государственным университетом имени Александра Сергеевича Пушкина. Второй аспект. Я присутствую здесь как пропагандист спорта, массового спорта, гиревого спорта. И третье, я присутствую здесь как рекордсмен мировых рекордов Гиннесса, единственный в гиревом спорте. И буду пытаться установить здесь 16-й мировой рекорд Гиннесса. Центральным событием образовательно-спортивного форума стала битва поколений. Соревнование по подъему гирь между российским спортсменом Ежовым и лучшими гиревиками университета. Разница в возрасте и вес спортивного авторитета Ежова не умеряли энтузиазм студентов и их волю к победе. Мы все это дело хорошо знаем, участвуем во всех республиканских соревнованиях, кубках. Ну и очень много у нас призовых мест, так что... Таким мероприятием мы всегда только очень рады, тем более такого международного масштаба с участием чемпионов. 11 апреля в городе Бресте Анатолий Ежов установил новый мировой рекорд – 156 подъемов двух гирь по 24 килограмма в минуту, оставив далеко позади незадачливых молодых студентов. Это значит, что в книгу Гиннесса снова попадет имя профессора Ежова, который на личном примере показал брестчанам, что в науке и спорте, дружбе и мире Беларусь и Россия вместе сильнее.